Всем привет! Очередной подарок из Китая от AliExpress. Пакетик большой, пришлось забрать его на почте. Так, смотрим, что там. Хотя уже видно, что это телефон. Таких коробок присылают. Так, коробка такая добротная, вся целая. Так, телефончик, обычный телефончик, противоударный, пылевлагозащитный. Это специально для подарок для пенсионера, который может уронить, наступить, ударить, намочить. Вот, клавиатура здесь обычная. Крупные для плохо видящих. Значит, батарея здесь довольно мощная. Крышка на винтах. В случае падения никогда не откроется. Значит, фонарь отличнейший, мощный для подсветки. В общем, все данные этого телефона для туриста, пенсионера, поскольку телефон довольно-таки прочный. Вот. Но запустить нам не получится, надо снимать крышку заднюю. Итак, телефон пришел довольно-таки быстро из Малайзии. Так, у него здесь вот, значит, подвеска на шею. Что еще? Фонарь включается здесь сбоку. Вот она кнопочка. Это громкость. Камера хорошая у него. Довольно хорошая для этого класса телефона. Рекомендую. Ссылка, как всегда, внизу видео. Да, забыл показать, что здесь имеется еще зарядное устройство. Значит, кабель универсальный. Отвертка для снятия аккумуляторной батареи и установки SIM-карт. Так, и, значит, что тут мы имеем? Ну, здесь нашего языка наверняка нету. Но пользоваться телефоном научиться легко. Никакой разницы нету. Итак, сейчас мы вскроем эту упаковочку, достанем отверточку. Откроем отсек аккумулятора. Так, вот у нас значит отсек, вот так вот, две SIM-карты и карта памяти. Так, сейчас мы откроем защиту аккумулятора от разряда.
Такая вот батареечка. 4800 мАч модель. Так, вставляем. Фонарик сразу заработал у нас. Вот он какой. Отлично светит. Точка высокая. Отлично светит. Кнопочка сбоку. Моргает и выключается. Значит, два положения. Так, крышку я пока ставить не буду. Попытаемся включить и посмотреть, что у нас там на экране. Вот такой глазастый у него шрифт. Так, меню. Вот такого вида. Довольно-таки красиво. Так, это что за кнопка у нас? А, ну это понятно. Так, вот такие вот большие цифры набора клавиатуры. Очень удобные для пожилых людей и слабовидящих. Отлично. Ну, в общем-то, и все. Показывать больше тут нечего. Это ручка громкости. Фонарик работает отлично. Два положения. Один фонарь. Второй раз нажимаем. Мигание. Сигнал бедствия. Еще раз нажимаем. Выключено. Крышка ставится на место. Кстати, камера у нее тоже такая. Не очень слабые 5 мегапикселей. Нет, 3. Ну, для такой цены нормальный телефон. Хороший, прочный. Можно гвозди забивать. Но главное для пожилых людей это... Могут легко выронить, наступить, сесть, бросить в ведро с водой нечаянно или в кружку с чаем. Но этот телефон все выдержит. Спасибо за внимание.